Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал. Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал отобрал. Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал отобрал. Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал отобрал. Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал отобрал. Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал отобрал. Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал отобрал. Италии сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно.
Нужно забивать и выходить вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тони Кросс. Даниэль Вас. Реал отобрал. Сегодня есть все условия для отличной игры. Как всегда. Нет, мы узнаем, но точно будет интересно.